Почти на всех пляжах от Лонжерона до Золотого берега шезлонги и зонтики для пенсионеров и малообеспеченных граждан будут бесплатными. Об этом мэрия договорилась с большинством арендаторов. Однако бизнесмены согласились предоставлять их бесплатно только 3 часа в день – с 8 до 11 утра. По словам чиновников, туалеты и душевые на всех пляжах должны быть бесплатными. Мэрия отмечает, сейчас в Одессе только треть песчаной территории остается свободной от шезлонгов. Но вскоре эту цифру планируют увеличить до 40%. На арендованных участках пляжа будут размещены информационные стенды с точным указанием зоны свободного доступа, перечнем бесплатных услуг и категорий населения, которые могут ими пользоваться. На сегодняшний момент у нас все коммунальные пляжи коммунальной собственности, не сданные в аренду, прошли водолазное обследование. 24 пляжа арендованных прошли обследование, и плюс 6 в работе. И по мере прохождения будут установлены стенды. Мы это контролируем.